Всем привет! Когда мы были в Америке, мне на почту пришло письмо от компании Dermacol с приглашением в Прагу. Конечно же, меня заинтересовало это предложение, так как я ни разу не была в Праге, тем более в этих числах мы были в Европе, а Прага совсем рядом с Францией. Вот мы и согласились прилететь вместе с Вовой. Ребята из Dermacol оказались очень милыми, дружелюбными, гостеприимными людьми. Они поселили нас в прекрасном отеле «Алхимик» в центре Праги. Какой у нас красивый королевский номер! С коврами персидскими. Подарки. Флешка, Вов. Представляешь? Да. Посмотрите, какая у нас здесь прекрасная дегустация сыра, вина, чешского хлеба. И мы собираемся на балет. В нашем потрясающем отеле каждый день с 5 до 6 проходит дегустация сыра местного и вина. Представляете? Каждый день. Артисты из балета, которые выступали. Прима, ее партнер и злодей. Обнаружила, что у меня на полочке снова подарок. Это подвеска а-ля Сваровски, хрусталь. Очень красивый камень. Шикардос, шикардонский. Хочу познакомить вас с Верой Комаровой. Она директор Dermacol'а. Здравствуйте. Здравствуйте. Едем в магазин, большой магазин, где много-много косметики. И будем изучать с вами, тестить новинки и продукцию Dermacol. Девчонками. Palladium. It's the most beautiful shopping mall from Prague. And it has more than 200 shops. If you like them, you can see them. Здесь собрались косметические маньяки. Люди, помешанные на косметике. Итак, нас привезли в магазин Dermacol. Сказали выбирать все, что мы хотим. Но так как у меня, в принципе, много косметики и тем более перевес, я не стала прям все подряд брать. Я взяла, вот, знаете, действительно то, что мне очень-очень понравилось. Первое, то, что хочу отметить, устойчивая краска, помада для губ, держится очень-очень долго. Отличный аналог дорогим брендам. Матовая база под макияж очень классно матирует кожу. Тональный крем на нее прекрасно ложится. Следующее, от чего я была тоже в восторге, это блюр. Маскирует трещины, неровности на лице. Можно использовать как базу, а можно просто как крем. Продукт 2 в 1. Сверху, вот как вы видите, здесь консилер открывается, крышечка. А снизу здесь тональный крем. Всем привет! Сегодня третий день пребывания в Праге. И на лодке будет небольшая вечеринка. Happy birthday to you!
We had fun last night. Yes. We will have fun now. Это мои подруги из Греции, очень красивые девчонки. Мы познакомились с ними. Я не понимаю, парашки. Парашки. Какой вид прекрасный, посмотрите. Невероятно. Супер. Очень красивая Прага. Мы приехали в ресторанчик, который находится на крыше с таким потрясающим видом. Это супчик, посмотрите, как его подают. Яйцо пашот и суп грибной. Вау. Я думаю, это утка, потому что было написано дак. Еще нам принесли вареники сладкие. Такого я еще не ела. Что там внутри? О, там что-то, там варенье. Там джем внутри. Сейчас мы на очень милом трамвайчике едем в замок. Трамвай полностью наш, нашей группы. Очень круто, конечно. Здесь контролер не проверяет билеты. Он наливает бихеровку. Здесь оказывается такой большой фестиваль, похоже на Коачеллу, только, конечно, не сравнится с размахом Коачеллы. Я так поняла, что это праздник весны, люди провожают зиму и встречают весну. С косточками на голове. В общем, мы опоздали на костер, он уже сгорел, но ведьму, видимо, не сожгли. О, вау! Вот он, этот костер огромный. Bude přicházet zrak, doufám, že to uvidíte, jo? Ale ono to jsou to tři kartičky. Всем привет! Сегодня заключительный день пребывания в Праге. Мы на таком прекрасном мероприятии, на фестивале «День любви» сегодня. И меня пришли поддержать мои девочки, мои зрители. Это мужчина, профессиональный поцелуйщик. Он здесь находится для того, чтобы целоваться. О, Боже! Реально, он целует всех девушек. Вау! Вау! Вот и все, закончились эти яркие, потрясающие дни в Праге. И мне так грустно осознавать,
то, что я покидаю этот милый, красивый, уютный город. Я бы с удовольствием сюда вернулась снова, так как я абсолютно ничего не успела рассмотреть. Вот честное слово, ничего. С превеликим удовольствием прилечу снова в Чехию. Я хочу здесь подольше остаться, попутешествовать. И я бы даже осталась здесь жить. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!